Несу бабой еду, пока иду. На носочки встаю, нету. Глянула, наливады нету. Думаю, блин, опять такая. Ближе подхожу, уже заглядываю, лежит или нет. Нету. По леваде такая посмотрела, да нету, она тут все зар... Фух, вон она. Какашка стоит, там спряталась. В кустах у меня уже сердце, если честно, остановилось. Я распереживалась, думаю, может, где-то валяется. Это бабо, выползай оттуда. Ты меня напугала. У нас сегодня погода классная просто. С утра рано начался дождь, мы даже коней не заводили. Я первое утро наконец-то смогла поспать, наверное, больше, чем за полгода. Утром просто не вставая рано, не выводя там, не заводя лошадей. Они у нас гуляют. Красота. И иду бабушку, но уже попозже, уже ближе у нас к обеду время. Сколько? Часиков 11. Ну вот это она мне дала распереживаться. Ладно, берем тазик, тащим к ней. С это почки разбегались. Что ты? Иди тазик понесем, бабки. Всем легче сегодня стало дышать, но это ужас какой-то у нас. Была жарюка такая, парилка. Ну, я думаю, не только у нас, но вздохнуть уже можно. Ба, еду принесла тебе. Иди сюда, баба. Иди сюда. Еда. Смотри, тазик тебе принесла. Будешь кушать? Я не понесу, привыкла. Идет, идет. Давай. Я тебя тут жду. Выходи, спряталась там, напугала. Вчера было жарко, парка, ужас перед дождем просто. Она, я не пойду гулять. Я говорю, ну ладно, давай на мойку. Пойдем, ополоснулись вчера на моечке. Потом оставила ее, пошла она в денник, значит, самостоятельно. Пошлепала. Я пришла попозже, на ней не хочу выходить. Я говорю, иди там на улицу получше уже. Уже почти стемнело, попасешься и будешь мокренько. Конечно, сейчас полегче всем. Давай, давай, ползи. Аккуратно там, тоже по высокой траве. Она пасется за пределами. Давай. На своих кривульках. Ой, может, мы сегодня ее расчистим, потому что, чтобы ее расчистить, она должна лежать. И сил того, кто расчищает у Сереги, должно быть просто много. Полежишь, наберешься сил, и мы как-то ее сможем все-таки расчистить. Рыжик. Тоже все. Все на выгуле, все гуляют. Ну как тебе, кашка вкусненькая. Вчера при таком пекле уже Катюху пришлось отвлекать от белки. Говорю, помоги мне ее поднять, потому что я не могу, под стеной лежит. И это, а ей нельзя долго лежать, вот видите, потертости, чтобы еще и пролежней не было. Поэтому это я промываю, обрабатываю, чтобы мухи отнервничает. Ага, бабка еще может, кстати, пнуть. Такая пеналка просто говорит о том, что не лезь ко мне. Да, такая хрокивная. Вообще понимает, что ей помогают. В общем, с Катюхой тоже вдвоем пытались поднять. Я говорю, у меня сил нет. Не, не подняли. Пришлось идти за конюхом, чтобы он помог. Ну, мужчина все-таки посильнее. Тяжко с бабкой. Очень тяжко. Вкусненько, бабу. Вкусненько. Кушай, кушай. Кушай.